За полгода корпорация «Казахмыс» закупила у предпринимателей области Улытау товаров, работ и услуг более чем на 92,5 миллиарда тенге. Также с местными предприятиями заключены офтейк-контракты почти на 29 миллиардов тенге. Об этом руководство корпорации доложило премьер-министру Олжасу Бектенову в ходе его рабочей поездки в регион. По уровню развития промышленности благодаря 7% росту сегодня область занимает 4-е место в стране. Руководитель Кабмина поручил не снижать темпов и акцентировал внимание на имеющихся резервах для дальнейшего роста. Олжас Бектенов ознакомился с потенциалом региона и посетил Жыландинский рудник. Он также поздравил работников отрасли с приближающимся профессиональным праздником Днем шахтера и вручил им государственные награды от имени президента. Глава государства в послании народу Казахстана отметил важность развития горно-металлургического комплекса страны. В числе приоритетных задач обозначено стимулирование частных предприятий на инвестирование в геологоразведку. Здесь важно отметить имеющиеся резервы для дальнейшего роста. При этом мы видим, что в глобальной экономике происходят фундаментальные сдвиги, набирает обороты технологическая гонка, обостряется конкуренция за ресурсы, поэтому нам необходимо приложить все усилия для увеличения запасов сырья для наших обрабатывающих производств.